марокканский спортсмен черных с желтой полосой. Вы легко отличите их на экранах телевизоров. Оба спортсмена достаточно опытные файтеры. Вот вы видите, что они изучают друг друга. Но активно действует английский спортсмен. Вернее, марокканский спортсмен. Мы знаем, что команда Марокко является чемпионом мира в кикбоксинге в разделе лоу-кик. Марокканский спортсмен наноживает соперника. И вот сейчас они опять в стойке. Вот он нанесет сильный правый удар. Удар правой марокканским спортсменом. Да, но вы заметили, что в этом поединке мод мало лоу-кик. Заключительный удар совершил ногой. Но здесь ничего такого не произошло. Сейчас... Да, это вот эти частые... Бой продолжен. Поединок продолжается, и теперь нужно строить немножко по-другому. Атаки совершенно по-другому. Нужно быть беречься. Повнимательней, да. Впереди еще, в принципе, целый бой. Целый бой. Малик Барбашев, Кыргызстан. Что ж, прозвучал гонг, и начинается второй раунд. Конечно, Малик осложнил себе ведение боя тем, что имеет рассечение. Но зрители чувствуют это и поддерживают, что ему нужно быть особенно внимание. Конечно... Предыдущих вроде не представляют, да? Давайте представим. Второй раунд в финальном поединке весовой категории 71 килограмм, где оспариваются призы этого международного турнира. Эдди Фрер слева на ваших экранах и Франсуа Пиноккио. Очень плотный такой поединок. В этом весе очень ощутимые удары. Спортсмены оба выглядят физически достаточно хорошо, но более предпочтительно в этом плане выглядит марокканский спортсмен. И вот он атакует, вошел в ближний бой.